Открыли цикл игр осеннего сезона подростково-молодежные клубы из сельских округов. 13 команд соревновались друг с другом на протяжении 3 туров. Кроме хорошо развитого интеллекта, необходима еще уверенность в себе, логика, находчивость и скорость принятия решений. Атмосфера в зале стояла напряженная. Каждая команда стремилась к победе. Подростково-молодежный клуб «Звездный» – не новички. Они уже добились неплохих результатов. Это уже не первый раз. Мы несколько раз ездили в лагерь. Там раза два проводились такие игры. А так, в общем, это уже за этот год третий или четвертый раз. Занимали мы в основном первые места, третьи, вторые. В результате борьбы в лидеры вышли 3 команды. Безоговорочную победу одержала команда «Лидер» из хутора Усатого Балка. Второе место у подростково-молодежного клуба «Меридиан» из хутора Иваново. Третье место заняли ребята из «Джигинки» – подростково-молодежный клуб «Звездный». Проверить свои знания или просто прийти посмотреть на увлекательную игру может каждый желающий. Игры продолжаются в течение недели в Центре культуры «Родина».